Здравствуйте, картина дня в программе «Новосибирские новости». Меня зовут Ксения Ануфриева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Энергетикам не хватает денег на техническое перевооружение из-за низкого роста тарифов. Когда вырастут расценки на тепло и горячую воду? Горожане стали чаще покупать квартиры. Стоит ли вкладывать сбережения в недвижимость и когда квадратные метры начнут дорожать? Когда душа просит музыки, как поступить в музыкальную школу, если возраст уже далеко не ученический? Итак, СИБЭКО объявила о нехватке денег на инвестиционную программу. Существующий тариф на электроэнергию не позволяет выполнить планы по техническому перевооружению на 100%. Она была рассчитана из тарифа, роста тарифа 11%, которую мы подавали заявку на тарифы осенью 2015 года. Здесь речь не идет об интересах СИБЭКО, здесь речь идет о решении городских проблем, общих проблем. Столь масштабный ремонт теплосетей, который провели в прошлом году, теперь вряд ли возможен. По словам энергетиков, связано это с тем, что уже второй год рост тарифов ЖКХ ниже официальной инфляции. Именно для обоснования увеличения тарифов СИБЭКО впервые за последние несколько лет представила публичный отчет о своей работе за прошлый год. Прозрачность расходов и капитальных вложений должны убедить не только местные власти, но и общественность в целесообразности роста расценок на тепло. Строительная отрасль, как и предсказывали эксперты, находится в кризисе. Ввод жилья в Новосибирске снизился почти в два раза. За три месяца строители сдали всего 250 тысяч квадратных метров. Для сравнения, в первом квартале прошлого года в эксплуатацию было введено 450 тысяч квадратных метров жилья. И все же многоквартирные дома активно строят в Кировском и Калининском районах, а также в Центральном округе. Всего за три месяца этого года в городе было сдано 4,5 тысяч квартир. Почти половина из них однокомнатные. Кроме этого, в Новосибирске появилось более 200 новых индивидуальных жилых домов и свыше 100 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей. При этом квартиры новосибирцы стали покупать чаще. На 30% по сравнению с мартом прошлого года увеличилось число сделок в агентствах недвижимости. И это несмотря на продолжающееся падение цен на жилье. Таким образом, люди вкладывают свои накопления. Когда квадратные метры перестанут дешеветь и куда идти со своими сбережениями, если они есть, выяснил Александр Вяткин. Кризис – это культ наличности, поэтому бросать деньги на ветер в тяжелые времена нельзя. А вот вкладывать сбережения, конечно, если таковые есть, сейчас самый подходящий момент. Владимир Алферов деньги советует нести в банк, и бояться отзыва лицензии не стоит. Эксперт уверен, вернуть свое удастся. Система страхования вкладов – надежная гарантия, особенно если на счет положить сумму до 1,5 миллиона. Хотя на прибыль рассчитывать не стоит. Вы не заработаете на банке. Банк проценты будут ниже, чем инфляция. Но вы будете надежно сохранять свои деньги и терять их медленно. Ну и разделите ваш вклад на рублевый и валютный. Кстати, курс рубля, по мнению аналитиков, сейчас стабилизировался. И резкого падения или роста национальной валюты в ближайшее время не будет. Для вложения денег на долгий срок больше всего подходит недвижимость, уверены эксперты. Сейчас жилье каждый месяц дешевеет на 0,5%. Но после Нового года активность на этом рынке выросла. А значит, расти скоро начнут и цены. Те люди, которые ждали, что все рухнет в два раза, я куплю за полцены, увидели, что этого не происходит, ну и, соответственно, приняли решение о проведении сделки. А те, кто купить квартиру не могут, но накопления имеют, по-прежнему верят в доллары и евро. Но инвестиции в иностранную валюту слишком рискованы. Экономика не игра. Хотя некоторые, играя на скачках валют, к примеру, пытаются заработать. Вот только кризис диктует свои правила. Экономика, как мячик, свободно скакать не может. И после долгого падения подъема не будет. И то, что сейчас происходит, вовсе не стабилизация. Хотя именно так кажется. Эксперты в один голос твердят, экономический спад продолжается. Руфим Шахнович прогнозирует, что дальше будет только хуже. Безработица растет, доходы падают, как и покупательская активность. Дна российская экономика достигнет только в конце 2017 года. И многое еще зависит от того, как наше правительство сможет от этого дна оттолкнуться. Хуже уже, в общем-то, не должно быть.
И в связи с этим, конечно, люди будут ощущать какое-то некое спокойствие, пусть даже на невысоком уровне благосостояния. Как мы падали и снижались 0,5% в год, так мы будем расти. 0,5%, процент и так далее. Но резкого подъема в экономике не будет. Резкого подъема сложно ожидать. И только в одном эксперты сходятся. В кризис нельзя брать потребительские кредиты. А уже от взятых необходимо как можно быстрее избавляться. Иначе избавляться из-за долгов придется уже от имущества. Александр Вяткин, Денис Савинский, Новосибирские новости. На левом берегу открылась аптека с самыми дешевыми лекарствами в городе. Один из филиалов муниципальной аптечной сети стал социальным и на все товары дает покупателям скидку 20%. Дисконт могут получить абсолютно все посетители. За счет чего цены на лекарства делают столь привлекательными, а препараты доступнее, узнала Анастасия Ваганова. У этих лекарств не выходит срок годности, они не подпольного производства и совершенно ничем не отличаются от ассортимента других аптек. Только стоят на 20% дешевле. Применяем торговую надбавку, минимально разрешенную законом. Мы, коммерческое предприятие, не можем работать без торговых надбавок. И минимально разрешенная законом. Поэтому в целом получается так, что цены на весь ассортимент в данных точках продаж в этой аптеке в 220-й снижены. Эта аптека на улице Зорги из обычного филиала муниципальной сети превратилась в пункт социальных цен. Первый такой филиал открылся в прошлом году в Дзержинском районе и оказался очень востребованным среди покупателей. Объем продаж за несколько месяцев там вырос в 3 раза. Экономические показатели, они хорошие, несмотря на то, что вот этот дисконт существует, 20%. Количество продаваемых препаратов, оборот, он резко вырос. И за счет этого экономика, она выходит и даже там показывает определенную рентабельность. Ассортимент таких аптек никак не изменился. В продаже самые разные лекарственные препараты, витамины, средства гигиены, медицинская техника. Посетителями становятся все категории новосибирцев, но особенно любят эти филиалы пенсионеры. Хотя дисконтные карты и пенсионные удостоверения здесь не действуют, но цены и без них самые низкие в городе. В одной аптеке там по 50, те же самые перчатки 50, а здесь 41, здесь гораздо ниже. Сейчас вроде бы цены стали ниже. Здесь всегда все есть, всякие лекарства. Народу немного. В перспективе ближайшего времени открытие таких филиалов социальных цен в каждом районе города, чтобы лекарства стали еще доступнее. Анастасия Ваганова, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Больше 600 бездомных собак и кошек специалисты Новосибирского центра по проблемам домашних животных отловили с начала этого года. Задача муниципального центра – обеспечивать безопасность людей. Безнадзорных животных содержат в специальном приемнике. Там кошки и собаки ждут новых владельцев или своих старых. Найти их упрощает система регистрации животных, но не все владельцы охотно идут на эту процедуру. В центр по проблемам домашних животных нередко обращаются, чтобы пожаловаться и на домашних питомцев своих соседей. Когда в квартире содержатся десятки животных, организуются нелегальные приюты, а также собаки проявляют агрессию. Подавляющее количество обращений – это, конечно, на то, чтобы приезжали, изымали животных, которые проявляют агрессию, то есть на безнадзорных животных. Также есть и количество такое достаточное обращений, когда не соблюдается правило содержания домашних животных, и в том числе на неправильный выгул. В городе прошел рейд ГИБДД такси. Автоинспекторы выявляли водителей, которые работают без лицензии, а значит, не гарантируют безопасности и качество услуг. Отличить частных извозчиков можно по наличию фонаря и наклеенным шашечкам. Инспекторы изымают такое незаконное опознавательное оборудование почти каждый час. Штрафуют водителя за нелегальную деятельность на 5000 рублей. Заказы они чаще всего получают по интернету от диспетчерских служб. Поэтому в ГИБДД советуют проверять госномер назначенного авто на сайте Минтранса. Числится ли машина за официальным перевозчиком или нет. Если нет, то ответственность за поездку пассажир берет на себя. Техосмотра нет, например, у машины. Путевку человек не получил. Это уже вопросы к перевозчику, то есть к юрлицу. Даже дорожно-транспортное происшествие происходит с данным предприятием. Уже есть с кого взять деньги на лечение пассажира, который пострадал, правильно? То есть они занимаются страхованием пассажира, все как положено. Между тем, службы такси одна за другой объявляют о снижении расценок. И все это на фоне экономического кризиса и повышения акцизов на топливо. О том, стали ли новосибирцы кататься на нем в булочную и почему тарифы не просто не растут, а снижаются, расскажет Александр Попов.
В условиях повышения акцизов на бензин растут цены на любые виды перевозок. Казалось бы, таксовать новосибирцы должны стать меньше. Однако в борьбе за пассажиров таксопарки готовы идти на любые ухищрения и даже временные издержки. Шеф, подкинешь со скидкой? Подкину, садись. Акция, эконом-тарифы, бонусы. За последний год на новосибирский рынок вышли сразу несколько крупных онлайн-операторов такси. Высокая конкуренция в борьбе за пассажиров, несмотря на кризис, заставляет снижать расценки. Онлайн-операторы делают это в том числе за счет сокращения штата. Вместо диспетчеров у них работает автоматизированная система. Это очень быстрая подача машины. Для таксистов это назначение ближайшего, возможность взять ближайший заказ, да, тем самым сократить и холостой пробег, и вот время ожидания между заказами. Это и снятие нагрузки из диспетчерских. Все это ведет к тому, что услугу можно предоставлять дешевле. К примеру, от железнодорожного вокзала до аэропорта можно доехать за 320 рублей. Цены демократичные, но в булочную на такси все же еще никто не ездит. Средняя. И недорого, и недешево. Все зависит от количества, от пробок. То есть, когда пробок нет, цены невысокие, а когда пробки, тогда да. Они обычно, тарификация у них меняется как-то интересно. На одно и то же расстояние абсолютно может быть разная цена. Но даже низкие расценки от 30 или 50 рублей временные, не более чем рекламная акция. Хотя и при этом зарабатывать частным извозом водителям выгодно. Да, это и достаточно прибыльное занятие. Да и в принципе то, что я сейчас на последнем курсе обучаюсь в институте, времени на работу толком нету, а в свободное время выхожу. Ну, вызовов 15 по-любому получается. Ну, так, не напрягаясь. Как долго продлится период низких цен в такси, неизвестно. Но то, что тарифы будут расти, факт. К примеру, услуги оператора, предлагающего сейчас в Новосибирске самые доступные поездки, в Москве считаются одними из самых дорогих. Александр Попов, Дмитрий Кан, Роман Семенов, Новосибирские новости. Из-за активного таяния снега речная навигация в бассейне Оби начнется в конце апреля. Это раньше обычного на 5-10 дней. Флот уже подготовлен. Речники планируют в этом году увеличить грузоперевозки примерно на 15%. А вот число пассажиров останется на прежнем уровне. Первые рейсы назначены на начало мая. Все льготы сохранены, но тарифы в этом сезоне увеличились на 10%. Самый дорогой билет от речного вокзала до Седовой заимки обойдется в 118 рублей. Навигация для маломерных судов откроется в первых числах мая. В этом году увеличится число штрафстоянок для частного водного транспорта. Изымать его будут за отсутствие спасательных жилетов, документов на право управления и за состояние алкогольного опьянения. До начала навигации инспекторы ГИМС не рекомендуют на лодках выходить на воду. В основном выходят на воду на резиновых лодках. Столкновение резиновой лодки с той льдиной, с любой льдиной, или вот с тем мусором, который сейчас начинает понемногу появляться, ну, понятно, всегда в период весеннего паводка появляется мусор, столкновение, оно грозит гибелью тех, кто находится на маломерном судне. Потому что продержаться в ледяной воде до подхода спасателей – это проблематично. Только родители вправе выбирать, у кого покупать школьную форму. Как рассказали сегодня в Главном городском управлении образования, обсуждать это должны на собраниях. При этом диктовать производителя одежды для учебы администрация школы не имеет права. Давление какого-то, ну, правда, вот, ну, не должно. Его нет, но если мы говорим это открыто, если где-то кто-то, и директора школ пусть слышит нашу позицию, да, если это будет происходить, будем разбираться очень серьезно. В муниципалитете уточнили, что компания-производитель должна предоставить администрации школы все необходимые документы, подтверждающие качество одежды, и только после этого может быть допущено на родительское собрание. При этом вовсе не обязательно, чтобы поставщик был один на всю школу. Случается, что каждый класс выбирает своего производителя. Кроме того, если семья не в состоянии купить школьную форму, ребенку разрешают придерживаться делового стиля. Исключается только спортивная форма и джинсовая одежда. Как поступить в музыкальную школу, если тебе за 30, где можно осуществить свою детскую мечту и кардинально изменить свою жизнь? В музыкальных школах города все больше учащихся, которые в свободное от работы время играют гаммы и учат ноты. Причем конкурс на такие дисциплины, как фортепиано или эстрадный вокал, достигает 10 человек на место. Что делать, когда душа просит музыки, расскажет Станислав Якушевич.
Близится вечер, но в городскую школу искусств номер 29 ученики продолжают приходить. Официально она открыта до 9 часов вечера. За школьную парту они сели вслед за детьми. У многих дочери и сыновья тоже учатся музыке. Осуществить детскую мечту оказалось не так сложно. Автомеханик Иван Шулер всегда играл на гитаре. Захотел вспомнить навыки, чтобы исполнять не только бардовские песни. Позвонил, записался. На прослушивание пришел с гитарой, сыграл, и мне сказали, что да, мы вас берем. Дизайнер Ася Селина не только сама учится на пианино, но и подругу заинтересовала. Говорит, главное не откладывать желание в долгий ящик. Думала, да, я все схвачу, я все пойму быстренько. А поймешь, то поймешь, но здесь должен и мозг работать, и слух работать, и тело работать. Тело, пальцы, они просто не успевают за тобой, их нужно тренировать. С такими учениками работать проще, уверен директор городской школы искусств. Они не пропускают занятия, занимаются с энтузиазмом, всегда задают много дополнительных вопросов. Но возможности ограничены. 160 взрослых учеников – это для школы предел. Поэтому и зачисляют сюда после предварительного прослушивания. Вы должны честно ему сказать, вот ваши музыкальные способности вот такие. Да, мы вам гарантируем, например, что вы можете освоить образовательную программу при условии, что вы будете регулярно посещать занятия и выполнять наши задания. Для тех, кто не хочет сдавать экзамены или предпочитает свободный график посещений, есть частные школы. Тут вам подберут удобное время, да и выбор инструментов шире. Например, кроме классической гитары можно освоить банджо, мандолину, а на занятиях по фортепиано научат основам джазовой импровизации. У нас не стоит задача вырастить профессиональных музыкантов. В первую очередь люди получают, опять же, удовольствие. Поэтому они к нам приходят. А еще тут советуют учиться вместе с друзьями или детьми. Ведь музыка – лучший способ понять друг друга, научиться которому никогда не поздно. Станислав Якушевич, Денис Савинский, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Каждые полчаса свежие новости на радио «Городская волна», частота 101.4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в YouTube. Много интересного и полезного на сайте «Новосибирские новости». Наши коллеги узнавали, как застраховать дачу от наводнения. И на этом все. До завтра.